У него за плечами около 15 тысяч сложнейших операций, 200 научных трудов, 14 изобретений в области медицины и сотни учеников. Для Сергея Завгороднего хирургия стала делом всей жизни. Главный врач Запорожской клинической больницы экстренной скорой медицинской помощи, профессор, доктор медицинских наук, отдал врачебному делу 32 года. Звание «Заслуженный врач Украины» – еще одно признание его заслуг. Я не мыслю себя и не вижу себя вне практического здравоохранения. Я люблю медицину, я отдаюсь этой медицине. Я хочу постоянно быть в операционной и с пациентами, поэтому для меня очень большое значение имеет это звание. Я просто счастлив. С получением звания профессора Завгороднего поздравили пациенты и сотрудники больницы, коллеги и ученые. С 1 января на базе городской клинической больницы экстренной скорой медицинской помощи начала работать еще одна кафедра Запорожского медуниверситета – хирургии и анестезиологии факультета последипломного образования. Ее руководителем стал профессор Завгородний. Мы поздравляем Сергея Николаевича, поздравляем коллектив больницы. Ну и желаем, чтобы наша пятая больница была лучшей в городе, в Украине, вот, в мире. Естественно, потому что я не шучу, потому что наши хирурги являются самыми лучшими. Это все прекрасно знают. Дайте просто этим хирургам и всем остальным врачам те возможности, которые имеют западные специалисты, то они, конечно, свернут горы.